Высвятляются околичности серьезной аварии у Минском районе. Сегодня днем женщина-водитель рухалась с маршрута в направлении столицы и вылетела в кювет. После чего врезалась в древо, от удара автомобиль перекулился. В вынику аварии водителя с травмами доставили в больницу. А у Червинском районе у вынику дорожно-транспортного здарения загинули два человека. Грузовик с причепом спынился посеред дороги из-за поломки. У него врезались одразу две машины – Toyota и Mitsubishi. Водители и пассажиры опошни отримали травмы, не сумешальные с житем. Еще одна смертная авария здарилась в Стопсовском районе. Водитель автомобиля «Сиат» не справилась с кированием и выехала на сустречную полосу. Там она сутыкнулась с «Доджем». В вынику мощного удара женщина загинула на месте. Водитель и пассажир «Доджа» шпитализованы.